8 ноября 2020 года клуб «Европол» в количестве 12 человек прибыл в купель. В прошлые выходные не купались, так как автобус был занят, мы выезжали на соревнования. Ты неплохо выступили. О, на улице плюс 10 градусов, но вода ощущается как плюс 5-6. Фух. Закаливайтесь! Коронавирусом будет нипочем. Бело, потренироваться, поесть или искупаться? Молодец, давай, разворачивайся. Вот, раз, два, ниже, с головой! Еще с головой, нырнул, с головой! Вот, хорошо, молодец. Нырнул, нравится купаться в холодной воде? Первый раз развернулся, должно понравиться. Слушаешь моей команды, понял меня? Зашел до конца, давай, до конца. До конца прям заходи, до конца, до конца, до конца, до конца, до конца. Так, теплая, холодная вода. Руки убрал и поехал с головой. Три раза. Раз. Отлично. Два. Три. Хорошо, молодец. О. Так, посмотри. Что, понравилось? Точно? Отлично, давай. Всем мальчишкам и девчонкам что мы пожелаем? Отлично, придумай новую историю какую-нибудь, ладно? Ага. Следующий заходим. Макс, Моргенштерн или Ольга Бузова? Сходу. Понятно, поехал, давай. Раз, отлично. Давай, хорошо, два. Ага, молодец. Все, так, нужно быть. Так, хачапури по-ажарски или шашлык? Шашлык. Поехали. Ниже. Понравилось, дайте купаться. Да. Молодец. Давай, давай, давай. Заходи, заходи, заходи. А теплая вода. Теплая, да? О, удивительно теплая. Скажи, вода теплая. Теплая. Пошла. Давай, давай. Ниже. Заходи. Ага, пошел, пошел. Так. Вода теплая. Алексей, стоп, 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 стоп. А, брюнетки или блондинки? И брюнетки, и блондинки, и все. Главное, и брюнетов, и блондинов, чтобы не было. Поехал, давай. С головой. Опа. Слушай, он прям как будто он у себя в душе. Я лично быстрее пытаюсь выбежать оттуда. Так, следующий. Друзья, всем добрый день. Посещайте купель вместе с нами. Развивайте свой иммунитет. И все будет вот. Поехали. Как себя чувствуешь? Быть здоровым — это модно. Давай, давай, давай. Опа. Редко встречу женский пол, который с головой кружит. Как самочувствие? Отлично. Где лучшие тренировки? У нас в клубе. Быть здоровым — это модно. Ощущать себя счастливым и свободным.